А как тебя зовут? Игорь. Игорь. Пойдем на солнышко, пойдем с тобой? Выросла репка, как ручками показывают. Большая-пребольшая. Большая-пребольшая. Начал дед репку из земли тянуть. Тянет-потянет, а вытянуть не может. Позвал дед бабку. Да. Давай бабку достанем из домика. Да? Держи бабку. А это кто у нас такой? Смотри. А это Рома. А это кто? Да, Рома там нас снимает с тобой. Помаши Роме. Ручкой так. Рома, привет. Домик от солнышка. Оп, все, и тебе не светит солнышко. Как здорово, да? Мальчик особенный. У него есть особенности по здоровью, особенности умственного развития, интеллектуального развития. В то же время мальчик говорит, он идет легко на контакт с другими детьми, со взрослыми. Очень тянется ко взрослым мужчинам. Вот. Практически всех взрослых воспитателей и других педагогов называет или мама и бежит с распростертыми объятиями, или Наташа. Если вы готовы стать этому мальчугану надежным другом, наставником, любящим папой и мамой, а ему необходимо именно это, обращайтесь в отдел опеки и попечительства на Некрасова, 66, телефон 32 35 36.